Как сэкономить на налогах и какую систему налогообложения выбрать? Об этом самарским предпринимателям рассказывают на специальном семинаре. Эксперты говорят, одна из самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей – неверное ценообразование. В цену продукции не закладывают нужную сумму на налоги, в итоге оказываются в минусе. И отсюда, так скажем, провалы многих начинающих предпринимателей. Из-за того, что неверная система налогообложения, неверно выбранная организационно-правовая форма, и, собственно говоря, бизнес не идет. Чтобы не оказаться в сложной ситуации при становлении бизнеса, предприниматели должны изучить не только систему налогообложения, но и знать о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать, а также разбираться в тонкостях законодательства. Всю необходимую бизнесменам информацию в Самаре расскажут на серии семинаров. Они организованы городским департаментом экономического развития, инвестиций и торговли по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Какие конкретно темы требуют разъяснения, предприниматели обозначили сами. Сейчас налажена тесная взаимосвязь с предпринимательским сообществом посредством социальных сетей, посредством обращения непосредственно в отдел промышленности и предпринимательства. Вот формируются некие запросы, которые мы отрабатываем, и предприниматели города Самары получают обратную связь в виде вот таких обучающих семинаров. Семинары для предпринимателей пройдут во всех районах города. Подробный перечень с указанием места и времени можно будет найти на сайте самарского бизнес-инкубатора. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.